Привет, друзья! Пока не закончилось лето, правда, оно уже ближе к концу, очередная волна коронавируса, закрытие, открытие. Расскажу небольшой кусочек про наш отдых в Анапе. Пока еще сезон не закончился, но там, поскольку круглогодичный, практически сезон, кому-то будет интересно, кто-то планирует поездки на следующий год, кто-то в этом году еще успеет. Ну, в общем, расскажу наш опыт. Ездим мы уже туда шестой год, выбрали мы Ривьеру. Ривьера – это часть сети, у них там же в Анапе есть Давиль, Ривьера, есть еще у них отели в Сочи, у них есть в Геленджике. Вся информация более детальная, более доступная, цены, описание отеля, номера и прочее на их сайте, ссылочка внизу. Какая красота! Собственно, дублировать эту информацию не буду, просто покажу краски, которые я увидел, то, что мне нравится. Больше всего мне нравится, конечно, цветение роз, поскольку мы ездим в конце мая, начало июня. Розы цветут обалденно, у них розовая аллея, собственно, больше всего из отдыха мне это и нравится. Почему остановились на отдыхе в Анапе именно в Ривьере? Ривьера нам порекомендовали друзья, они тоже несколько лет туда подряд ездили. Мы долго не собирались, потом поехали, у нас родился мальчик. И, соответственно, мы выбираем между поехать ли за границу или поехать на российский курорт с маленьким ребенком. Остановились на российском курорте. Кому-то это, может быть, будет интересно, поскольку территория закрыта, есть врачи, есть лечебная база, климат хорош. Конец мая, начало июня. Мы ездили на длительные периоды, всегда не менее 4 недель, чтобы была акклиматизация и чтобы это не было во вред ни здоровью, ни ребенку, ни нашему. Не было еще жары, не зацвело море. То есть все нас устраивало и, собственно, 6 лет подряд мы туда ездим. Идем в огород. Огород. Факт, что будем продолжать, поскольку дитё младшее уже выросло, старшее тоже подросло, старшее там у нас, получается, тусовалось с 11 лет уже до, с 10 лет, получается, до своего 16-летия, отмечала там дни рождения, очень довольна, анимация, она у нас активный ребенок, участвовала во всем. Собственно, там есть картиночки про это. А тут птичкин дом! Ну-ка, читай, что написано. Читай по букву. Какие красивые птицы. Смотри, какая красивая. Ого. Пользуясь случаем, говори.
Не-не, это динамическое, это видео. Казакам кубанский привет. Всем привет! Кому? Казакам кубанским? Всем привет. Всем привет. Всем привет. Красавец. Всем хорошее настроение. Дети пошли, старшие пошли купаться. На море, бассейн. Бассейн. Все, друзья, обнимаю. Кому было интересно, пользуйтесь информацией, заходите на их сайт, звоните им. Все очень благодушно, клиентоориентировано. У них там какие-то скидки есть, бонусы для любителей всяких спа-процедур и прочее. Это тоже там есть. Все, до встречи, обнимаю. Пока.